Я пришла на проект, чтобы изменить себя. Мне не нравится вообще все. Выглядишь как, не знаю, пацанка, как клушка. В каких-то брюках с низкой посадкой. На тебе эти сапоги с меховой оторочкой. Чудовищные просто. Кофточка тебе маловато. Я вижу сейчас твой бюстгальтер и колготки. Вот что ты за средоточие каких-то нелепиц? Будем тебя делать женственно, возвращать тебя вот в эту историю элегантности. Женщина, которая способна произвести впечатление, первый шаг за тебя должен сделать я. Если бы Виктория Бекхэм даже как-то и поправилась в один момент, она бы выглядела так. Мне очень нравится, да. Длина волос, которая просто берет и прямо к земле прибивает. У меня радикальное решение по волосам. Я хочу сделать короткую стрижку. Still we keep